2 июля состоялась встреча ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова с руководителем Государственной инспекции труда в Республике Татарстан Рустемом Галявовым. На встрече было подписано соглашение о развитии взаимовыгодного сотрудничества в области трудоустройства выпускников между КФУ и Государственной инспекцией труда. Одним из основных критерий сегодня государство в лице Министерства образования и науки и вообще все федеральные программы смотрят, когда ты подаешь документы, как трудоустраиваются твои выпускники, особенно в течение первого года. Целью соглашения стало повышение уровня и качества подготовки выпускников КФУ в различных областях, а также организация стажировок и временной занятости в Государственной инспекции труда. Таким образом, уже во время учебного процесса студент не только освоит полученные знания на реальной практике, но и имеет возможность стать перспективным сотрудником для инспекции в будущем. Данное соглашение дает возможность студентам КФУ спокойно прийти на практику и пройти практику в стенах Государственной инспекции труда с последующим трудоустройством также у нас в инспекции. А для инспекции это является очень важным тоже соглашением в части того, что инспекция всегда нуждается в высококвалифицированных специалистах, особенно в выпускниках КФУ. Это было бы очень хорошим подспорьем для того, чтобы юристы, особенно и специалисты, вообще выпустившиеся с КФУ, могли спокойно осуществлять свою деятельность в стенах государственного учреждения. В связи с этим стоит напомнить, что Казанский федеральный университет уже с начала пандемии ведет активную деятельность по временному трудоустройству студентов для поддержания их материального благополучия, поскольку в условиях самоизоляции многие из них потеряли работу и другие источники дохода. По решению ректора КФУ Ильшата Гафурова от 13 апреля были сформированы программы реализации трудоустройства студентов, и в скором времени были предоставлены рабочие места. Особое внимание было уделено иногородним и иностранным студентам. По данным на 29 июня, работу в ВУЗе уже получили 226 обучающихся, из них 97 являются иностранцами. Обучающимся КФУ было предложено более 2000 вакансий благодаря сотрудничеству ВУЗа с организациями-партнерами. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи РТ, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и другие. Диана Шленкова, Виолетта Басова, Универньюз.